Приветствую, друзья. Опять мы собрались возле этой зеленой полянки с знакомой вам уже начинающей преподавательницей, магистранткой Свято-Тихоновского богословского университета Анастасии Швец, нашей выпускницы. Здравствуйте. Приветствуем, Настя. Мы сегодня, знаете, о каких богословских кругах хотели поговорить? О современных. Привычно для нашего восприятия, когда говорится о богословии, обращать внимание к древним святым. Как правило, это святые отцы, богословы. Кто истинно помолится, тот и богослов. И очевидно, что вместе с высотами богословия и высоты жизни мы находим в этих святых. Но ведь богословие – это живое дело. Оно и в 20 веке, и в 21 имеет место. И вот с одним из современных богословов, основные труды которого были сформулированы в 20 веке, и надлежит нам сегодня поговорить с Анастасиевой помощью. Не знаю, известно ли вам это имя, но имя-то легкое, митрополит Иоанн. А фамилия, может быть, и не всем сразу знакома. Зизиулос. Зизиулос, не все сразу и произнесут. Но это, наверное, речь о... Насколько известно современное богословие в кругах церковных? Наверное, очень скромно, да? Даже и наши русские, уже, можно сказать, классики 20 века, протоиерей Георгий Флоровский, о котором у нас были беседы и в этой библиотеке семинарской, и Владимир Николаевич Лоский, все-таки не сильно известны, да? Может быть, в большей степени те, кто писали о каком-то государственном российском значении, более бывают популярны, но богословие как таковое в 20 веке, оно же все-таки наоборот не то, что отсутствовало, но и как-то было в изобилии представлено. В этом есть какие-то свои странные объяснения, что и русская эмиграция, оказавшись вне Российской империи, оказалась замечательно плодотворна на какие-то систематизации, на богословские труды. А к каким кругам богословским относится этот митрополит Иоанн Зизиулос? Он, я думаю, достаточно популярный и очень известный человек, потому что сейчас, как вы правильно сказали, в 20 веке, преодолев вот этот вот кризис секуляризации, и философия, и богословие, они... хоть и, так скажем, понесли некоторый урон, но все равно вышли в такие круга светского, в том числе, характера. То есть, действительно, сейчас религиозная философия, и он изучается в курсах религиозной философии, так же, как и богословие, но, в принципе, очень, ну, по крайней мере, на Западе, если уж и не популярно, то, по крайней мере, известно. Ну, где-то автономно. Я понимаю, что центрами богословия в 20 веке были и Святая гора Афон, и Парижский Свято-Сергиев институт, и в какой-то части и даже Нью-Йорк с семинарием, в самом случае, находящийся в Соединенных Штатах. Что, к какому относится этот митрополит Иоанн более сообществу? Ну, во-первых, он грек по происхождению, то есть такое основное свое первое образование, так он проходил в Греции, но, тем не менее, он учился в США, там защитил свою первую диссертацию. Она посвящалась, кстати говоря, Максиму Исповеднику, его христологии. То есть у него очень глубокий, опять же, он же грек, он хорошо знает греческий язык, как и многие другие языки. Насколько мне известно, у него есть и на испанском статьи, ну, конечно же, на американском. Вот, то есть у него очень большой такой запас информации в голове, и современные ему, с которыми он с некоторыми спорит, например. Вот, и, конечно же, древний святоотеческий. То есть сказать, на чем он базируется и к какой школе относится,
Ну, конечно же, он относит себя, по крайней мере, к неопатристическому синтезу, пытаясь решить какие-то определенные проблемы. Вот. Ну и, собственно, традиция, наверное, греческая все-таки, философская и богословская мысль. А кого он именует своими прямыми наставниками? Насколько я знаю, он нередко заявлял о своем ученичестве нашему протоиерею Георгию Флоровскому. Да, действительно, именно так. Он с ним познакомился во время учебы и очень долго с ним общался, очень много каких-то совместных у них мыслей, похожих мыслей есть. Тем не менее, он все равно своего учителя, как Платон говорит, Аристотель говорит про Платона. Платон мне друг, но истинно дороже. Также и здесь. А он его во многом критикует. Например, в том, что нельзя, так сказать, выступать против Западной Церкви без положительного учения о Церкви нашей Восточной. Потому что он все-таки христианин, поэтому, так скажем, обобщает вот нашу Восточную. Он защищает католиков или только требует быть оснащенными достаточно православным знанием, прежде чем кого-то обличать? Иначе выйдет из этого непутевая дискуссия. Вот, к сожалению, в его богословии, оно все-таки происходит в конце 20 века, многие работы он пишет и, по крайней мере, публикует в 2006-2004 годах, то есть такой современный. И на нем, действительно, на его богословии сказалась вот эта вот секуляризация и влияние, так скажем, папистских тенденций. Поэтому в каких-то частях его богословия, учения о церкви, он говорит, что да, нужно положительное наше православное учение. С другой стороны, он пытается найти и обосновать вот этот вот центр. То есть Папа Римский является некоторым, на его взгляд, центром, который в том числе и в Евхаристии является центром. Ну, для католического сознания все-таки. Да. И он пытается найти это и в нашем православном, нашем сознании, то есть в нашем устройстве церкви. Он пытается эту роль отнести либо на соборы, либо на константинопольского епископа. То есть у него там очень много... Ну, это опасная тенденция. Да, сейчас она особенно обнаружилась в ее ядовитом содержании, которое ведет к такому печальному разладу, расколу. Безусловно. Но, тем не менее, это все-таки одна из частностей, да, которую он пытался в своем роде рационально как-то осмыслить. Его достоинство как ученика все-таки при протоиерее Георгия Флоровского. И, насколько я знаю, он был в дружественном общении. Он застал, получается, Софрония Сахарова, да? Да, действительно. Тоже в каком-то их единомыслии. Так что его все-таки попытка вполне уже современным языком осмыслить высокие богословские вопросы, насколько они были успешны? Ну, вот на самом деле, самое, наверное, такое яркое из его богословия – это, конечно же, персонализм. Как вы правильно отметили, Сахаров, еще у него есть Енарос, тоже грек, если я не ошибаюсь. Вот они такие три столпа православного персонализма. Хотя, опять же, тенденции персонализма тоже могут быть достаточно опасными. Нужно вообще сказать, наверное, в чем это все заключается. А заключается это в некоторой предыстории, когда мы живем в 20 веке, в постницшанскую эпоху, то есть Ницше, известный немецкий философ, который сказал, вот Бог умер, то есть диагностировал смерть Бога. А вот в эту эпоху появляется такой вот, глобальный рост технического прогресса, глобализация, вот это все, с одной стороны, конечно, для жизни здесь положительное, но для единения человека с Богом, конечно же, отрицательное. И вот в этой среде, когда, как пишет сам автор, Евхаристия утрачивает свое глубокое, глубинное значение. То есть у нас это появляется, вот как в католической церкви, просто такое, как чинопоследование, просто такой исторический какой-то момент. И суть в том, что многие христиане, очень верующие люди, они относятся к этому именно так, то есть забывают о какой-то глубине. И при этом происходит автономизация общества. То есть каждый человек, он закрепощается, обосабливается в своей частной собственности, то есть в этих всех правах, которые... Да. Говорятся, так скажем, как обязательные. Остается зерном пшеничным, павшим в землю, оставшимся в одиночестве. То есть она окаменевает в рамках собственной шкурки и в одиночной камере собственной шкуры по экзистенциализмам и лишается в связи с лишенностью жертвенности, в связи с закрытостью к обществу, к служению людям и Богу,
остается бесплодным. Ну, а каким образом эта ситуация обнаруживается, что ли, обличается или врачуется трудами изучаемого нами митрополита? Он говорит о том, что, приводя цитату Сартра, раз уж мы затронули экзистенциализм, ад – это другие. Вот главный грех по нему происходит именно от желания отделиться от других, выстроить вот такую вот стену и закрепоститься вот в самом себе. Как он пишет, быть детерминированным своей природой. Вот, это такое вот обособление для него – это очень страшное явление, как мы действительно видим. Поэтому врачевание, на его взгляд, вообще весь персонализм, он в чем заключается? Что есть другой, я и другой. И этот другой – это не феномен какого-то моего сознания, это не что-то, что я должен подстроить под себя. Это объективно существующий другой, с которым я должен вести диалог. И вот здесь вот его триадология выступает на вот такое вот центральное место. То есть он говорит о том, что когда мы говорим во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь, мы говорим Отец, Сын и Святой Дух. Это не название, так скажем, природы Господа. Это название отношений между лицами Пресвятой Троицы. И именно в этих отношениях кроется и основа нашего бытия и нашей склонности быть в отношениях. То есть Бог как монада и Бог как три лица, он не обособлен. Внутри него происходит такое, ну, самое непонятное, да, такое трансцендентное, глубокое любовное общение трех лиц Пресвятой Троицы. Также он говорит, что и люди должны. Именно так. Ну, не семья ли, по его логике, тогда является какой-то реализацией такой триадологического устройства, когда есть единой любовью, как в круге у Андрея Рублева вписаны три ангела на иконе. В этом единстве телесном, душевном и духовном, если это церковный венчанный брак с церковной жизнью всех этих членов семьи, то это одна из иллюстраций Троиц. Или все-таки этого мало? Обособиться в семейном кругу. Вот на его взгляд действительно мало. Тоже хочется вам задать ответный вопрос. Мы часто можем в светских каких-то концепциях, если не ошибаюсь, это относится к Платону. То есть вот Платон, если тоже не ошибаюсь, симпозиуме в одном из диалогов, он пишет, что вот есть человек, есть другой человек. Когда-то они были, так скажем, единым человеком, боги им позавидовали и разделили их. То есть вот есть две половинки чего-то единого. Он существовал такой раньше андрогин, вот этот первый человек. Его разделили, все. И светская концепция, мне кажется, сейчас, в том числе и сейчас, она как-то направлена на закрепощение в браке и в самой семье, когда теряют связи с друзьями, с людьми, с другими, с церковной общиной. И вот он именно об этом пишет, как к вот такой открытой любви, то есть любви не просто в семье, любви ко всем, каждому ближнему. Как к этому вообще православная наша церковь русская относится? Интересно, а как вы будете относиться? Как ваш супруг будет относиться к вашему намерению, как к такому юному и прекрасному богослову, общительному другу для многих, уделять внимание и время еще и своим приятелям, богословам, другим. Вот. Еще какое там еще дружество. Как бы это не вызвало ревность и такую, ну, не собственническое, скажем, а может, наоборот, отношение попечительства, чтобы дома сидела, детей воспитывала, хозяйством занималась, книжки пускай богословские читала. Вот. А уже любовь к обществу, ну, как-то так, онлайн, или проявляется пускай, или, ну, в каком-то уже более компактном виде. Трудно сказать. Конечно, с одной стороны, добродетели семейные, конечно, кажется, достаточны, могут быть для спасения, особенно женщины. Апостол Павел сказал, спасется чем? Чадородием, если прибудет в святыне, в благочестии, целомудрии, вот в верности супруга, в исполнении своих материнских обязанностей, воспитании деток, не только взращивание, вскармливание, но и воспитание. Это действительно же благородное, важное дело. Попечительница очага – это не просто заказывать вовремя пиццу и суши из соседних каких-то производств, а действительно дух домашний, дух молитвы, дух христианский поддерживать. Это, конечно, высокое дело. Ну, тут, правда, дискуссии есть. Для мужчины наверняка не скажешь. Ограничивайся домашними добродетелями. Люби жену,
деток внимание уделяй, и будешь молодец. Апостолы по-другому и представляли, хотя все были женатыми, за исключением Иоанна Богослова. Но, напротив, говорят, вот мы оставили все. Как раз когда Христос сказал, оставьте и детей, и жену, и самую душу свою возненавидите, чтобы за мной идти. И они говорят, Господи, вот мы оставили все, что нам будет? Не бескорыстно как-то они, это вроде бы звучит это, но на самом деле тут их купечество очень даже благородное все-таки. Они видимые на невидимые, временные на вечные меняют. Что будет нам? Господь обещает большие блага. Так что явно, что Евангелие опровергает тоже достаточность семейного мирка, гнездышка для такого богоединения. Мы все-таки об этом говорим, да, что насколько, если мы можем сказать, как некто, один из образов, символов Святой Троицы, вот это православное семейство, где три лица, папа, мама, дети, единой плоти, единой природы человеческой, и при этом соединенные и духовно, и душевно, и телесно. Все есть одно. Муж и жена одно. Одно от них происходящее дитя в одном же естестве с ними. Но самостоятельно в личности. Но, тем не менее, вот эта семейная замкнутость любви Божьей еще не ответ. Это очень часто может быть. И ведь мы тоже знаем такие повествования. Да, какая хорошая семья, дружные люди. И очень дружные. Ни в храм Божий не ходят, и детки вроде бы иногда огорчают родителей какой-то неблагодарностью и противохристианской настроенностью при вырастании. Вроде ничего плохого-то они не видели. Наоборот, видели хорошие. Заботу обоих родителей о себе, материальное благополучие. Но там, где не было приобщения к большему. А вот как считает митрополит Иоанн, это приобщение осуществляется. Мало того, он, то есть, представляет какую-то критику вот этого семейного мирка, который, может быть, представляется для некоторых достаточным для богообщения. Отдельная история, конечно, с женской долей горькой. Вот. Точно ли она законсервирована? Или ее место в рамках семьи, хотя мне припоминается, знаете ли, одного грека комментарий, как-то была встреча в Москве с учеником старца Паисия, тоже духовник святогорский, святой горы Афон, и он был по каким-то обстоятельствам в Москве, и была устроена с ним встреча. Его спросила одна, как раз не богослов женщина, но все-таки предприниматель, активная дама такая, насчет вот этой женской добродетели и того, надлежит ли женщине, все-таки вступив в брак, продолжать совершенствование свое как личности. Может быть, мы о личности еще поговорим, да, потому что эта тема нередко у митрополита Иоанна упоминается. Как раз вот ее был вопрос о том, что надо ли ей самой этого личностного роста, о личностном росте дальше заботиться, или все-таки посвятив себя служению домашним, мы таким образом реализуем вроде бы вполне библейские свое призвание. И он сказал, вроде бы, с одной стороны, так, это был ответ этого старца, что дом, там, семья, забота. Но, говорит, с другой стороны, если муж приходит домой, она ему говорит, ты знаешь, я сегодня загрузила в стиральную машину белье, очень устала, поэтому ты там возьми ужин в холодильнике сам. Чем она будет воспитывать детей? Какой ее собственный пример личностный будет для формирования личности ребенка? Не должна ли она сама все-таки быть в некотором тоже труде и подвиге. И подвиги не только самообслуживания и обслуживания своего семейства, а в подвиге своего жизненного служения. Но оно сопряжено, как правило, и с получением образования, и с исполнением иногда очень многообразных забот, и работ, трудов по всякому там направлению доброму и полезному. Так что ответ его был все-таки такой, что женщина не вычеркивается из вот этих мужских добродетелей служения. Даже тогда, когда семья вроде бы побуждает ее к замкнутому и такому внутрь пребыванию. Что по определению митрополита Иоанна все-таки формирует эту личность? Каковы все-таки признаки
благодатного ее вскармливания, в возрастании, потому что, насколько я помню, он противопоставляет понятию личности другое слово, которое ну, для нас сейчас тоже оно воцерковлено и, кстати, введено в триадологическую терминологию «лицо». А прежде оно означало только как маска. Вот, ипостась, да, ну, ипостась, ипостасью – это, так сказать, самобытное житие, бытие. А вот просопон, как некоторое изображение, как некоторое личностное очертание, что ли, оно имело ведь значение какого-то служения или маски, какого-то лица, но не самой личности, а вот обогащение нашими святыми отцами Золотого века этого слова «лицо» понятием личности, то есть принадлежности ко всей полноте природы, тоже сделало эти термины равными, как синонимами в отношении лиц Пресвятой Троицы, ипостась, и личность, и лицо. А вот в отношении человека, что формирует его подлинную человечность так, чтобы он достойно именовался личностью, ибо только в составе собственной личности можно оказаться причастным к личности божественной. Очень хороший вопрос. Но здесь нужно заметить, что он, к сожалению, для нас, православных людей, это тоже одно такое негативное, скажем так, характеристика его философии и богословия негативное. Он противопоставляет ипостаси личность слова. Это очень заметная тенденция для 20 века. Она заключается в чем? Для него ипостась может быть существовать, скажем так, в двух видах. То есть есть ипостась природная и есть ипостась экклезиальная или евхаристическая. Ипостась здесь – это не вот этот вот, скажем так, уникальный деятель, который воспринимает, как по святоотеческим определениям, да, воспринимает целокупно вот этот начаток человеческого естества, например, если мы говорим о человеке, но при этом как-то уникально его реализует, имеет какие-то уникальные качества. Для него, если вот как-то понятно пытаться объяснить, ипостась – это способ существования, этап существования. Но это, конечно, отхождение от святых отцов, что вот странно, что он вроде как хорошо знает Максима Исповедника, его христологию, при этом от терминологии того же самого Максима Исповедника, у которого ну, совершенно четчайшим, точнейшим образом дается это определение, он отходит. Вот. То есть для него человек может существовать в биологической ипостаси, как он выражается, детерминированной природой. То есть обоснованной природой, замкнутой в своей природе. И в процессе крещения, при новом рождении, смерти для мира светского и рождения для Бога, для жизни вечной, он приобретает вот эту экклезиальную ипостась, то есть становится личностью. И дальше уже к разговору о личности. Личность для него, ну, конечно же, это богообразность. То есть, как пишут и наши православные, именно вот такие вот, скажем так, основы православия, да, такие вот отцы, столпы православия, и как пишут новые какие-то русские наши философы, конечно же, личность по нему связывается с богообразностью. Мы, как образ Божий, являемся личностью. И только в церкви, только в вере мы можем ею истинно стать, истинно быть. Ну и, конечно же, при стяжании добродетелей всех, которые, как Христос, наш нравственный идеал, конечно же, при богоуподоблении, при подражании, становлении Христом, конечно же, только так. То есть речь у него идет не о воспитании себя как личности, а о сообразовании своей вот этой свободной воли с совершенным ну, с идеалом, с Христом Спасителем. И чем ближе к идеалу, тем ближе к самому себе, тем больше ты становишься тем, кем должен быть. Ну, действительно, это ведь очень небессмысленное такое вполне в духе святых отцов утверждение. Но интересно, что оно сопровождается некоторыми иногда неясными соблазнительными, может быть, тенденциями. Что в нем показалось сильно, это вот это рассмотрение самого бытия христианского, церковного, как божественного. То, что церковь – это не просто какой-то определенный, а совокупность действий, таинственных, сакраментальных каких-то служений, а само церковное бытие есть бытие божественное. Человек оказывается не в старинной какой-то своей тарелке такого тварного временного бытия,
сама его церковность является, мы называем это, правда, обоженностью или освященностью, даже еще точнее, чаще. Потому что обоженность вроде как результат. Это мы воспринимаем как бессмертие, чистый светлый брег, наш путь к нему, стремление, покойся, кто свой кончил бег. Надо кончить бег, и тогда уже вот это обожение. Хотя в самом процессе церковной жизни мы понимаем, что дело освящения как раз составляет для нас задачу. А он это называет не так, а каким-то иным образом, вот каким-то пребыванием или бытием божественным. Что вкладывает он в эти слова? Ну, в принципе, его понимание церкви и вообще его экклезиологии, если брать какие-то вот эти вот папистские тенденции, оно достаточно православное, действительно, ну, такое каноничное. Потому что, да, он говорит, что мы как тело Христово, мы как бы вообще, скажем так, дети Господа, сотворенные по образу, по подобию Божьему, мы тоже наследуем вот это вот общение. Наше бытие есть, да, общение. Да, вот это у него вот один из любимых и важных слов его – это общение. Поэтому то, с чего вы начали, что общение нужно широкое. Ну, об этом апостол Павел говорит хорошо. Благотворение и общение. Благотворение понятно. Что за общение? Благотворение и общение не забывайте. Таковыми божертвами благоугождается Бог. Вот очевидно, что вы таким образом восходите в число божественных сыновей, любимчиков. Вот. Хотя у Бога нет пасынков, все родные дети, но тем не менее. Вот это общение. А значит, этим общением он называет и церковную жизнь, да? Пребыванием в таком взаимопроникновении, что ли, в доступности божественной для себя и себя для Бога. Безусловно, потому что в церкви мы, когда он вот очень интересно об этом пишет, когда он говорит, мы приходим со всем благоговением к чаше с святыми дарами, мы вот вроде каждый сам, да, вот каждый с нашими какими-то особенностями, нюансами, внешности, личности, но при этом мы вот этим вот единомыслием и любовью настолько едины, что mm-hmm. есть истинное тело Христово. Mm-hmm. То есть вот в церкви это такой вот идеал и пример вот этой любви, где люди все любят друг друга, слышат друг друга. Ну, конечно же, в идеале мы говорим. Ну и хорошо. Вообще, это нормальный вид хорошего прихода. Правда? Где все-таки у пастыря к человеку посомам, и у посомых между собой. Но Христос это утверждает. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И речь идет не просто о каком-то формальном тестировании со стороны учителя ученикам, а именно при общении к его духу, то есть к его жизни, к его бытию. Благодарю вас, Анастасия. Надеюсь, мы с вами продолжим разговор, потому что не потому, что митрополит Иоанн безупречен в своем богословии, как святые отцы, а потому, что среди сегодняшнего дня поднимает и решает по-своему и иногда блистательно богословский вопрос. Благодарю вас и вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Господь. До скорой встречи.